наконец-то мы полетели на море. Не совсем так. Море – это часть мирового океана, и вода в нем соленая, а Байкал – пресный. Вот послушайте. Его вода уникально прозрачная. Все потому, что Байкал чистит Байкальская епишура. Не ищите ее в других озерах мира. Все равно не найдете. Байкальская епишура водится только исключительно в Байкале. Здесь еще вы можете найти других подводных рыб. Только здесь можно встретить пресноводного тюленя, байкальскую нерпу. А еще можно понаблюдать за чайками, летающими над водами Байкала. Озеро Байкал – природное чудо света. Какая превозданная красота, ни души. Это горы мусора. Надо его быстро ликвидировать. А как? Давайте возьмем с вами эти мешки и скорее соберем весь мусор. Теперь понимаю, красота. Сделали с вами одно большое доброе дело. О, у меня есть идея. А что если нам с вами создать группу экологической помощи для Байкала и его обитателей? Отличная идея. А как мы ее назовем? Наследники Байкала! Друзья, как вы думаете, другие ребята захотели бы присоединиться к нам? Конечно, ведь Байкал – это достояние всей нашей планеты. И чем больше ребят будет состоять в наших рядах, тем чище будет наше озеро, и счастливее будут все вокруг.